знают, мир наш окно. Ну что, поджигаем? Все не просто так, мои слова конкретны. Заслужили поглубже свою политкорректность. У меня нет задачи подбирать тебе ключ. Я мужик, я угрюм, полосатый манюш. Читал в желтой прессе, как низко я падал. Забей! Передавай по кругу батл. Здоровый образ жизни, элементарно ватсон. Трэш и угар, я люблю развлекаться. 100 лет веселья, что это было? Мы съели пуд соли, я и Данила. Джей уже в могиле, беспокойный друг милый. Чуй, прибудет с вами сила. Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом. Темную силу завязываем узлом. И хорошие люди, разрази их гром. Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом. Темную силу завязываем узлом. И хорошие люди, разрази их гром. Получат попасть в огненный мечом. Помнишь, как подрыли дискотеки прошлого века? Сейчас стул, компьютеры, нету человека. Придурки засоряют сеть, поймал бы, дал бы в ухо. Люди поумнее не пишут в гостевухах. Смешное расстояние, 4 электрички. Сигареты есть, но кончились все спички. Это наш хвост, и он меня достал. Смотри, смотри, Данила, не переключай канал. Это формат, я тут не виноват. Цензуры нет, зато есть гребаный формат. Нафиг нужно раздавать натужные респекты. Фирмы грамзаписи убивают проекты. Многострадальный мастер не врубону на тейбл. Полная фигня, легче сделать свой лейбл. Что ты думаешь, у меня 1 000 000 тысяч. Я записал 150 пластинок, и я не нищий. И этому рад, я не лезу в чемпионы. Если нет сигарет, то я ищу окурок. Вторая мать об этим уставился, придурок! Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. И хорошие люди, разрази их гром. Получит попасть не огненным мечом. Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. И хорошие люди, разрази их гром. Получит попасть не огненным мечом. Так и живем, иногда бывает скучно веселиться. Принцип производства, сами варим, сами мажем. Ты у меня еще попляшешь, водишь нашим, а на кого мы пашем? Мы сделаем так, чтобы бумажник стал толще. Таблеток не от жадности, да побольше, да побольше. Друзей, конечно, не купишь ни за деньги, ни за славу. Но бизнес есть бизнес, не пить же всю дорогу отраву. Тусовку мы продолжим от начала до закрытия. Вскрытие показало, что Чучу умер от вскрытия. Ха-ха, смешно, все свалили за животики. Но все то, о чем я пел, могут сразу убить наркотики. Заметьте, в этой песне я не ругался матом. Я и так понятен любому дегенерату. Я сделаю культур, мультур, меня только попроси. Мне кажется, что я умнее других МС. Спасибо, дорогие друзья! Вот, собственно, и все. Здесь был Вася Выгрум, кипячи Санкт-Петербург. Йоу!